Нарушитель, несмотря на сомнительное состояние, оказался не буйным, что уже само по себе хорошо. Расслабленный на позитиве гражданин даже продышал в алкотестер, а после язвительно прокомментировал нулевой итог, дескать, все в норме, не отпускайте. Но вот на встречное требование полицейских о прохождении полного медосвидетельствования с целью установления возможного состояния наркотического опьянения у мужчины аргумент был только один – категорический отказ. Ответные меры последовали незамедлительно. В отношении 35-летнего правонарушителя составлены административные материалы по части 1 статьи 12.26, по части 2 статьи 12.37 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Транспортные средства задержаны и перемещено на специализированную штрафную стоянку. Второй протокол об административном правонарушении был выписан за отсутствие страховки. А совокупный итог – денежные штрафы и лишение права управления транспортным средством. Денис Желтов, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.